Челябинске сформирована общественная молодежная палата. В обновленном составе она будет работать при Гордуме. Главный вопрос, который волнует ребят – будущее Челябинской агломерации. Подробности у Светланы Свечкаревой. Второкурсница факультета рекламы Южноуральского госуниверситета Анастасия Ермолина на студенческие вечеринки не ходит. Времени нет. Строит политическую карьеру. Девушку избрали в молодежную палату Челябинска. Должность определили по специальности. Занимается рекламной кампанией. Разрабатывает логотип палаты. Это буквы зашифрованные М и П. М – молодежная, П – палата. То есть П в виде дома, в виде, так скажем, в виде семьи, в которой мы являемся. И, в принципе, все по минимализму. Молодежная палата при городском доме города Челябинска. Молодежная палата Челябинска собирается в новом составе. Срок полномочий предшественников истек. 28 школьников и студентов теперь будут решать судьбу Челябинска. Их проекты наравне с предложениями взрослых будут рассматривать депутаты Госдумы. Ребят, мы рассчитываем на вашу помощь. Мы рассчитываем на то, что вы принесете к нам новые мысли, которые будут отличаться как раз свежим взглядом, свежим подходом, с молодежным максимализмом и дерзостью в лучшем значении этого слова. Главный вопрос – проработка стратегии Челябинской агломерации. Для этого даже организован специальный конкурс «Проектер-2015», призванный поддержать и развить молодежные инициативы в этой сфере. Конкурсные проекты будут приниматься до 18 ноября, а лучшие из них будут включены в стратегию развития Челябинской агломерации. Уже сейчас есть реальные предложения. Наша молодежь сама была готова сделать, разработать экскурсионные маршруты по 5 муниципальным районам и 2 городским округам. И для всех наших гостей Челябинской агломерации и для наших самих жителей проведение экскурсий. Чтобы решить, какие еще услуги могут стать общими и как это сделать, у молодежной палаты месяц. На декабрь запланирована вторая встреча. На прощание политики делают первое совместное селфи и тут же выкладывают на страницу палаты. Светлана Свечкарева, Андрей Ярушев, ОТВ.